центральном сквере 12-го микрорайона кипит работа. Территорию поделили на две примерно равные части. Одна для тех, кто хочет посидеть в тишине, и для самых маленьких. В ней, в том числе, центральная зона отдыха с детской площадкой. Другая для любителей активного отдыха. Там будут тренажеры. Идет разметка игровой территории. Спортивную площадку расширяют до стандартного размера. Она будет огорожена. Николай Покровский живет в 12-м микрорайоне около 30 лет. Считает, что перемены назрели. Сразу, когда они ходили, мы вроде как и против были. Ну, думаю, что там, дети, песочек играют. А сейчас, смотрю, что, ну, доделают, ну, вроде бы нормально. Конечно, наверное, надо это делать, облагораживать. В сквере установят несколько видеокамер. По договору работы планируется завершить до конца года. Но подрядчики говорят, что управятся раньше. Кроме того, по программе «Комфортная городская среда» в этом году благоустроят 6 дворов. Как правило, речь идет об установке детской тренажерных площадок, зоны отдыха, устройстве парковок. Решение о выделении средств принимается на краевом уровне. В программе на следующий год 5 проектов. Самый крупный из них для двора между улицами Шевченко и Новороссийской признали лучшим в Краснодарском крае. Ну, в первую очередь, конечно, это заслуга жителей, которые организовали и подачу заявки, и консультировали проектировщиков, что они хотят видеть в этом дворе. Конечно, в первую очередь, это заслуга жителей, проектировщиков, управления архитектурой, управления ЖКХ. То есть все сообща работали над этим проектом. Этой ракете скоро 40 лет. Рядом была горка, но она сломалась, ее убрали. В будущем году здесь появится детская площадка. На этом месте будет одна из зон отдыха и тренажерный комплекс. Галина Александровна живет в этом доме с момента постройки. Больше 50 лет. А во дворе в первую очередь нужно для детей сделать площадку. Хотя я на улице уже. И сделать хотя бы заборчики все одинаковые были. Заборы на палисадниках сделают однотипными. Асфальт и бордюры будут новыми. Зелень максимально сохранят. Беседку просто заменят на новую. Голубятню оставят на месте, так как она стала уже неотъемлемой частью двора. Этот и другие проекты направлены на государственную экспертизу. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.